Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог. Сейчас я буду готовить обед. У нас сегодня на обед холодный борщ. И я хочу сделать из лаваша сырный рулет с зеленью. Вам все покажу. Я вообще помню, что я в прошлом году показывала холодный борщ. Все так были удивлены, что вообще существует такой суп. Вообще он называется, по-моему, как-то по-другому. Борщ какой-то там. Вот, но в Санкт-Петербурге, даже если вы пойдете в какой-то там кафе-ресторан, вы можете в меню увидеть холодный борщ. Он есть разный, я делаю с колбасой, можно делать с мясом отварным. Ну, в общем, в принципе, как и окрошку, то есть вариации разные, даже делают с рыбой холодный борщ. Поэтому, ну, суть его примерно одна, я вам сейчас покажу. Вот, и к холодному борщу я хочу сделать рулет, да, я уже сказала. Еще сегодня ко мне приедет заказ с Ламоды. И я уже заказала себе, видите, я обгорела, я в купальнике сижу. Заказала, в общем, с сайта фармакосметики себе средства с SPF. Они до сих пор ко мне пока еще не пришли. Это у меня собака спит. Вот, у нас достаточно жарко. Ну как, наверное, градусов 25. Завтра муж заберет, не знаю. Наверное, завтра муж заберет, и я потом вам покажу, что я там заказала. Но средства такие, я уже их покупала. Вот, так что давайте будем готовить обед. Так, сейчас буду делать из лаваша сырный рулет. Вот у меня сыр, кусочек, сейчас я его потру. У меня нет никакого майонеза, ничего, поэтому я смажу. У меня здесь немножко сметанки осталось. Смажу все сметанкой и укроп, девочки, я наконец-то вырастила немножечко укропа. Нарвала совсем-совсем чуть-чуть. Жалко пока много обрывать. Такие самые большие листочки, скажем так, я нарвала. Сейчас порежу, посыплю все укропом. Ну вот, я смазала немножечко, буквально чуть-чуть сметанкой. Сейчас буду выкладывать сюда сыр. Обычный простой сырный рулет. И теперь сверху укропчик. У меня его немножко, поэтому постараюсь распределить на всю поверхность. Ну и сыра тут тоже у меня немного. Вот, так что из того, что было, скажем так. Вот такой у меня получился рулетик. Немножко такой лаваш. Он, ну, это ролл такой. Он суховат вот здесь вот, но ничего. И сейчас отправлю его в духовку, чтобы сыр расплавился. Буквально на 10 минут. И потом нарежу. И будет у нас такая место хлеба к обеду. И теперь про холодный борщ. Во-первых, вот такая вот заправка. Здесь у меня вот таким образом нарезаны огурцы и вареная колбаса. Можно использовать мясо любое, какое вы хотите. Не знаю, ну, свинина, наверное, не очень будет. Наверное, говядина хорошо или курица отварная. Да? Все это не солим, это я отдельно делаю. Сейчас дорежу сюда огурчиков и колбаски. Вот. И сам борщ, вот он выглядит вот таким образом. Здесь у меня свекла отварная, она натирается на терке. Вот таким вот образом. Отдельно кипятится вода, остужается, остужается сама свекла. И вы сюда натертую на терке добавляете свеклу. Дальше я добавляю репчатый лук и зеленый лук сюда добавила. И добавляется соль, сахар и уксус по вкусу. Он должен быть остреньким таким немножко. То есть не как обычный борщ, а, наверное, даже поострее. Добавляете вначале немного и ставите на ночь в холодильник. На следующий день, когда вы достаете, нужно обязательно, как сказать, попробовать, да, потому что когда он настоится, лук отдаст свою остроту и так далее, да, он получается немножко другой, то есть чтобы не переборщить уксуса и соли, например, или сахара, да, вот. И, соответственно, берется заправка, кладется в тарелочку, сверху заливается вот эта вот вся история, и еще подается с отварным яйцом, но это по вкусу, да, каждый может положить. Заправку можно отдельно нарезать огурцы, там мясо или что-то, да. Вот, можно также редиску сюда добавить, но у меня уже редиска закончилась, я имею в виду в саму заправку, да. Вот, и все это кушается обычно с черным хлебом, с горчичкой или с хреном еще плюс ко всему. Но вот это прямо холодное-холодное, стоит в холодильнике обязательно. Вот, но я делаю так обычно на 2, максимум 3 дня. Сама заправка, в принципе, каждый день нарезаю. Это у меня со вчера осталось. Сейчас еще подрежу сюда, добавлю немножечко. Так что вот такой вот холодный
борщ у нас сегодня на обед вместе с сырными рулетиками. И сейчас хочу вам показать, приехала ко мне Ламода, хочу показать заказ, который я сделала. Как обычно, я всегда показываю, извиняюсь, на заднем плане, у меня там дети играют. Вот, значит, заказала я мужу две футболки Поло, вот такой марки Баон. Мне кажется, я уже заказывала подобные марки. В общем, одна из них, она вот как прямо классическая, ну, по качеству классическая футболка Поло, да. А вторая, она как футболка обычная. Вот, в общем, вот такую вот синенькую и серенькую. И еще мужу также заказала на лето две футболки, но у меня серая и черная, все как обычно, ничего не меняется. Вот такая марка. В общем, они идут в размер, качество мне очень понравилось. Такие не тонкие и не толстые, вот на лето самое то. Вот такая вот серенькая. И вот такая вот марка Adidas, черная. Вот такая же есть в белом варианте, но белые футболки у мужа пока есть. Он сказал, что ему нужна черная. Так что мы взяли черную, идут размер в размер. Еще я заказала мальчишкам шлепки, но они ходили уже и убежали. Вот, будут шлепки в непрезентабельном виде, если что, я просто на них оставлю ссылку. Очень понравились шлепки. Классный мальчишкам себе. Я взяла вот такую юбку. Очень мне понравилась эта юбка, хотя она достаточно простенькая. Здесь просто есть вот такой разрез. Я хочу... Единственное, что я не купила себе, знаете, такие тряпичные кеды. Можно так их выразиться, наверное, беленькие. Очень хочу купить, но это уже, наверное, следующий заказ у меня будет. В общем, идет вот такой разрез по ножке. Она ниже колен мне получается. И здесь идет просто молния, и просто даже никакой здесь нет ни резиночки, ничего, просто обычный пояс. Так как я не отличаюсь тонкой талией, я взяла 44 размер, 38 европейский, да, это 44 получается, да? Да, вот, 44, вот, так что, но юбочка очень классная, она мне понравилась. И к этой юбке я взяла вот такую футболку. Девочки, кто ищет хорошие качественные футболки, очень рекомендую вам вот эту марку, называется Fashion Love Story. Я взяла 42 размер, брала на примерку еще 44, но мне не понравилось, как сидит. Вот 42, мне кажется, самое то, к этой именно юбке я взяла. Смотрите, здесь желтые цветочки, синий девушка, и здесь очень хорошее качество у этих футболок, плотненькое. Прям качество супер, очень много тоже отзывов положительных именно вот на эти футболки, что ни рисунок никуда не деется. И вообще очень-очень они качественные. Ну, я, как всегда, сейчас все примерю и покажу, как смотрится на мне. Ну что, девочки, вот так вот все это дело смотрится. Смотрите, я одела вместе с босоножками с сайта New Chic. Мне кажется, тоже неплохо смотрится. Напишите, как. Но вообще, я думала, конечно, про кеды. Хотя, с другой стороны, это такая одежда достаточно, ну, такая прохладная, да. В принципе, с босоножками этими тоже очень неплохо. Мне очень понравилось сочетание, да. Здесь синее, желтое, очень классно. Я заправила как-то, плохо заправила, конечно, но мне очень нравится. Ниже колена здесь вот такой разрез. Юбочка такая достаточно простая по укрою и по ткани. Здесь нет подкладки, просто она вот такая вот. Вот такая вот юбка, вот. Но мне очень нравится, ткань приятная. И вот эта футболочка очень классная. По качеству мне очень нравится. Такая достаточно плотненькая и очень даже прикольная. Вот, так что вот такой вот у меня летний образ. Не знаю, кстати, сюда нужны белый рюкзачок и светленькую какую-нибудь сумочку. Я, кстати, себе уже присмотрела светлую сумочку. Кеды еще не присмотрела, но мне все равно нужны, хочу такие тряпичные кеды себе купить, вот. Ну, с такими босоножками очень даже, вот. Так что мне очень нравится. Котея моя, кто просил. Еще жарко, он там в гардеробной в детской спит. Целый день. В жару все время где-нибудь в прохладном местечке спит.
И, девочки, огород. Обещала в прошлом... Уже два видео обещала показать огород. И, короче, даже когда монтировала, вообще не вспомнила. У нас сейчас есть ветерок. Я надеюсь, что меня будет хорошо слышно. Соседи вроде ничего не пилят. Мальчишки дома. Так что как раз показать огород. Здесь у меня клубника. Клубника, на которую я ругаюсь. Но я смотрю, она у меня тут цветет вовсю. И что-то зря я ругаюсь. Мне кажется, это просто мальчишки у меня съедают. Видите, даже ягодка есть, появляется. Это, короче, скорее всего, у меня мальчишки съедают. И я такая, знаете, выхожу с мисочкой, думаю, сейчас я клубники соберу. А клубники нет. Ну да ладно. Здесь и вот здесь вот у меня клубника. Вот там у меня погибла клубника, в общем. Ту, которая новая, я сажала, тоже вот она тут, не пойми что. В общем, клубника, ладно, не буду я ее трогать, одним словом. Вот здесь вот у меня такая сухая трава, это я попрыскала, ну так, слегка попрыскала, да, видите, где-то живет, где-то не живет трава этим, не раундапом, а торнадо, средство от сорняков. Я всегда дорожки прыскаю, чтобы у меня здесь, ну, меньше росло. Чисто голую землю я тоже не хочу, чем-то засыпать, не знаю, в общем, тоже, короче, делаю так, одним словом. Здесь вот у меня грядка, давайте начнем отсюда, здесь земляника. Именно не клубника, а именно земляника, которая мелкие-мелкие ягоды. Но это тоже садовый вариант. Она все лето дает ягодки, постоянно цветет. И, в общем, у меня очень любит землянику младший сын. Вот. Но земляника вкусная, я ее и замораживаю тоже на компот. И, ну, потом компотик делаю, перетирать можно. И, в общем, ну, у меня есть здесь немного, как бы полгрядки. У меня огородик небольшой. Поэтому, да, здесь я посадила в этом году свеклу, как вы видите. Но что-то она у меня, видите, вот здесь вот была, погибла. Вот. Ну, что получится, как говорится. Вот. А здесь у меня морковки. Совсем чуть-чуть. Потом ее тут, ну, как-то она тоже не очень хорошо взошла, на самом деле, видите. Такими ли я так посадила, короче, не знаю. Вот. Ну, тоже сколько будет. Вот эту морковку я сажаю не на хранение, а... Ну, вот, кто-то траву уже косит. А для того, чтобы выдернуть ее и съесть. Дети у меня очень любят вот такую молоденькую небольшую морковку. Просто они ее выдергивают, моют и хрустят ей вместе вот с этим хвостиком. Вот для этого я сажаю. Ну, а свеклу я, кстати, сажаю первый раз в этом году. Посмотрим, что у меня получится. Так, дальше. Моя капуста. Девочки косят опять. Ну, у нас постоянно тут кто косит, кто работает. Это все-таки загородная жизнь. Здесь у меня капуста, которую я сажала, покупала, точнее, рассады в обе. Это ранняя капуста. Видите, она уже дает качешок. Вот такой и вот тут. А это поздняя. Она вот только-только начинает тут завязываться. Все хожу, проверяю, чтобы никто у меня не ел капусту, потому что у нас тут эти бабочки летают, капустницы, в общем, да. Между посадила лучок, я его выдергаю, то есть не на головку, а на зелень. Я его беру, вот, повыдергиваю весь, и мы съедим. Здесь я посадила фасоль. Фасоль вот эту сажала, это, короче, по рекомендации моей сестры. Она мне в прошлом году давала вот эту фасоль, сами стручки, стручковая фасоль, да. Мне она очень понравилась, и я, короче, захотела у себя ее посадить. Сажала не рассадой, а семена. Семена замочила и посадила. Взошли вроде бы все. Вот эти у меня первые взошли, а вот эти вот уже потом. Здесь вот один еще, видите, вылезает, и вот здесь вот такой. Но вот этот я сунула, потому что подумала, что вдруг кто-нибудь погибнет. Вот, в общем... В общем, вот такая вот у меня фасоль. Вроде бы ничего, да? Вроде ничего пошла. Здесь у меня чеснок. Вот такой вот, который я оставляю также зимой. Мы его едим и потом сажаю. Но вот в следующую, как бы к следующему году я побольше посажу грядку, чтобы мне надольше хватило зимой кушать. А это мне тоже дала сестричка. Это кукуруза. Посадила ее сюда. Это, короче, у меня кукуруза Владика. А вот это Левина. Не знаю, будет что или нет. В общем, тут палочку воткнула, чтобы, если что, подвязать ее. Не знаю, тоже первый раз. Видите, у меня все понемножку. 4 капусты, 2 кукурузины. Тут сколько-то фасоли. В общем, всего понемногу. Самое главное, много клубники и земляники. И малины.
Это самое главное. Так, давайте теперь здесь. А вот здесь вот у меня вообще беда в этой грядке. Сейчас я вам начну вот отсюда. Здесь тоже у меня чеснок. Ну, просто хочу, чтобы его побольше у меня было в следующем году. Посадить, ну, так, чтобы надолго хватило, да? А здесь горох. Горох мне сажал Лёва, мой старший сынок. Ну, вот как посадил. Но мне кажется, здесь просто еще плохо взошло, потому что вот там дырка. Я тут рядом ковырялась, и он сажал, в принципе, при мне. Ну, вот какой-то плохо взошел, какой-то не очень. А вот этот горох они сажали в классе. Он принес, надо его, кстати, уже подвязать. Видите, он начал расти вовсю. Тут три штучки. Вот. И по краешку я всегда сажаю лучок, чтобы его на зелень. То есть не на луковицу, на зелень. Я на луковицу не сажаю, потому что мне особо хранить в доме негде. У меня нет никакого ни подпола, ничего такого. У меня есть кладовка, но она теплая. Там теплый пол проходит, трубы теплого пола, поэтому хранить не получается. Значит, что у меня здесь? Здесь вот у меня беда. Я вот сегодня вечером как раз, сейчас жарко очень, буду пропалывать и что-нибудь еще сюда посею. Потому что здесь у меня была цветная капуста, которой нет, как вы видите. Она у меня погибла. Посадила я ее очень рано, и было холодно, было очень дождливо. Видимо, она... В общем, ее теперь тут нет. Вот здесь вот она у меня была. И сюда же я сеяла петрушку, которая почему-то вот ее нет. Реально петрушки нет, девочки. Одни сорняки только. Ну, я же ничего не путаю. Я, конечно, огородник еще тот, но не до такой степени. А вот здесь вот у меня посеяна... Вот она. Тоже буду сейчас пропалывать. Не пропалывала, потому что все смотрела, думала, ну, я такой человек, который... Я плохо разбираюсь во всех вот этих вот посадках. И вот такие вот маленькие, когда они только-только всходят, я никогда не пропалываю, потому что боюсь выпалоть. Значит, здесь вот салат, но такой, знаете, который кочаном будет такой, который уже ближе к осени собирать. Ну и лучок, конечно же. Видите, у меня везде лучок. Вот. Так, здесь у меня что? Здесь у меня вот этот многолетний лук, который неприхотливый, который я уже тут подергала вовсю. Чуть-чуть его осталось. Вот, все, хочу, чтобы он совсем такой шапкой разросся. Здесь вот этот... Это не сельдерей, это как-то по-другому называется. На L. В общем, такая штука, я не знаю, я его не ем, никуда его не приспосабливаю, хотя говорят, что к мясу очень вкусно его добавлять, как специю. Но вот он у меня растет и растет себе. Вот, а вот здесь вот у меня три кабачка. Девочки, с кабачками тоже у меня была беда. Вот такие вот они у меня. Я замочила семена, и они у меня очень долго, дня 4 вообще не проклевывались. Я уже думала, все. Потом проклюнулись. Потом я их сюда посадила, они у меня не вылезали. Потом вылез только один. Потом второй, и в итоге вот здесь третий. Хотя здесь у меня было две семечки посажены. То есть одна все-таки так и не вышла. Вот. Но будет у меня три кабачка. То есть всего по чуть-чуть у меня в огороде есть. Дальше здесь у меня... Хрен. Я его на закрутке использую, да. Вот эти листья мне больше интересуют. Он у меня не разрастается. Он вообще у нас тут погибал какое-то время. Сейчас вот вроде, видите, смотрите, какой. Я его даже подкармливаю. Он у меня вот такой. Я знаю, что многие мне писали, что он расползается по всему огороду. А у меня такого нет. Не знаю, может, у меня какой-то сорт особенный. Я не знаю. Вот. А здесь у меня мята. Мяту я... Ну, может быть, в этом году посушу, если у меня много будет. В прошлом году у меня совсем ее было чуть-чуть. Вот, видите, она у меня тут расползлась. Как? Я ее добавляю в домашний лимонад делаю. То есть свежую снимаю, лимончик, вода, лед, сахар и супер. Домашний лимонад вообще как это, мохито типа того. Если лайм еще добавить, то точно мохито. А вот здесь вот у меня тоже беда, потому что здесь мне накопала кошка. Я когда все посеяла, здесь меня накопала кошка, и у меня теперь здесь вообще непонятно что, все вперемешку. Как вы видите, видите, что такое? Вот это вот кустом вот это все. Вот у меня тут вроде бы немножко петрушки вылезло. Опять же, да, вылезло как? Вот видите, хотя сажала вот такими рядочками все.
Там салат обычный, листовой. В общем, тоже нужно пропалывать, как вы видите. Сегодня обязательно займусь. А это моя любименьшая кинза. Боже мой, как я люблю кинзу. Я вот просто буду подходить сюда и с грядки ее, как это, как козочка, да, общипывать. Она у меня вся вышла. Но опять же, тоже видите, там все перекопано. Здесь у меня затесался. Я сюда не сажала, но из-за того, что кошка перекопала, этот укроп вот там еще вылезает. Лучок остался на месте. И вот здесь вот у меня тоже укроп. Вроде в этом году, вроде как, все хорошо. Буду пропалывать, девочки, видите, сколько сорняков. Вот, буду пропалывать. И укропчик мой, боже мой. Девочки, я больная какая-то. Несколько лет не могла вырастить укроп. Посмотрим, как в этом году вот этот. Вот, ну, в общем, вот и все, что растет в моем огороде. Всего понемножку, все самое нужное, все самое. Вот. Но я довольна, мне вот этого достаточно. Многие меня также там обвиняют в том, что я ленивая огородница. Девочки, я все это обрабатываю сама. Мне, конечно, помогают мои мужчины, они меня поливают в основном. Но пропалывать, обрабатывать все я одна. Поэтому у меня еще большой дом. Как говорится, хвостатые и все остальное, поэтому делаю столько, сколько успеваю. У меня еще парник, малина, деревья. Всем этим я занимаюсь сама. Вот. Так что вот такой вот у меня живет здесь огород. И вот эта вот оградка, это от хвостатых, чтобы сюда Бона не заходила, копала, и Джуси, чтобы не заходила, копала. Потому что, как вы понимаете, копатычи еще все. Еще те у меня. Ну, кошка. В общем, сейчас уже не копает вроде бы, она в клумбы у меня пошла. Вот, ну как всегда. Так что вот такой вот у меня огород. Ну что, я тут приготовила ужин. Здесь у меня варится компотик. Это тоже замороженные ягоды. У меня были вот эти земляника садовая, клубника, яблочко просто сюда добавила. Он сварится, я его, ну как бы на следующий день в холодильник остынет. Я его в холодильник поставлю и будет холодненький компотик завтра. Жаркую погоду как раз супер. А здесь я потушила картошечку. У меня муж покупал такие ребрышки. Он их не коптил, а как бы на мангале. Не в коптильне, а на мангале, в общем, сделал. Вот, и я потушила, в общем, картошечку. Вот. Также здесь это мои запасы с прошлого... Ой, запасы с прошлого года. Пожарила... Что это у меня? Грибочки. Тут всякие разные, сыроежки, такие-сякие. В общем, добавила сюда немножко сметанки, у меня оставалось. И лучок еще. Вот, так что такие грибочки. Это, кстати, в Карелии мы собирали, которые в прошлом году. Так, еще у меня здесь салат. Сделала вот такой с капусточкой. Капусточка и морковка, и маслица. Соль. Уксус сюда не добавляла. Ну, как бы с уксусом. Зачем лишний раз, да? Вот, а это я деткам пожарила. Еще макарошки у нас остались. Так что они будут с макаронами. Это куриная грудка. Я ее просто обваливаю в яйце, а потом в панировочных сухарях. И обжариваю, и моим очень нравится детям. Вот они меня снова попросили. Подсели у меня на такое блюдо. У меня еще гречка есть. Так что, может быть, даже с гречкой они не с макаронами поедят. Так что вот такой вот у нас получается сегодня... Ужин очень вкусный, такой, знаете, русский. Тушеная картошка, грибы со сметаной, да, и салат из капусты. Как-то так.